Всем здравствуйте. Осенью, примерно 6 месяцев тому назад, у себя на приусадебном участке я посадил 4 саженца яблонь, привитых на карликовый подвой М9. Это у меня эксперимент, потому что раньше я с карликовыми подвоями не имел дела. Это первый у меня такой опыт. Прививка была сделана мною лично. Делал прививку с использованием прививочного секатора. Это однолетние, как бы, саженцы были на момент посадки. Прирост небольшой, но я, в принципе, не гонялся за высотой, мне нужно было иметь качественный саженец. Итак, деревце первое, прижилось, все нормально. В принципе, не прижиться деревцу с закрытой корневой системой практически нереально. С ним все хорошо, пускай растет, буду смотреть, наблюдать за ним дальше. Замульчировал приствольную территорию вокруг дерева опавшей листвой, очень хорошо, не растут сорняки, за исключением... Это вишневые листья, и вот вишенки, где-то семечки попадаются, прорастают. Одна, вторая, третья, четвертая. Но это мне пока что не мешает. Первый саженец. Второй саженец. Здесь все хорошо. Но здесь вот, во-первых, нужно будет удалить ветку, но сегодня делать это не буду, потому что сейчас у нас сырая погода, дожди. Это нужно было сделать вообще, наверное, еще в марте месяце, но как бы не было возможности. И вот появились цветы. Дерево довольно слабое, поэтому я цветы буду удалять. Третий саженец. Не мульчировал. Тоже с ним все хорошо. Так, сорт осеннее большое. Вот такой вот саженец. Тоже цветы. Тоже нужно удалять. И нужно колышек еще убить, потому что какой-то он кривой. Нужно выровнять. И еще один саженец. Еще одна карликовая яблонька. Здесь тоже желательно, наверное, убрать вот эту ветку. И убрать, конечно, цветы. Чем, собственно, я сейчас буду заниматься. Кстати, почему удалять цветы? Деревца молодые, однолетние. В принципе, для карликового подвоя на второй год получить яблоко, это, в принципе, нормально. Но я не хочу, потому что плод... отбирает очень много сил у растения. Мне нужно, чтобы оно выросло. А на третий год уже получить там 1, 2, 3 яблочка, это нормально. Но на второй год я считаю, что это не нужно, потому что это затормозит в росте дерева. Всю силу оно будет пускать на выращивание 1, 2, 3 яблок. Поэтому не очень хорошо. Как результат, сейчас вот эти вот цветы буду удалять. Еще одна яблонька. Что это сорт? Это какой сорт, одним словом, я не знаю, но у меня написано теща осенняя. Это яблонь, которую я посадил у тещи, если не ошибаюсь, в 2014 году, и она дает самые вкусные осенние яблоки. Вот самые вкусные. Поэтому я решил посадить вот это дерево на подвое ММ106. Это будет среднерослая яблоня. Посадил рядом с нашим домом многоэтажкой, чтобы дети осенью могли полакомиться вкусными плодами. Яблонька тоже зацвела. Буду цветочки удалять, потому что она, ну, как видите, толщина тоньше карандаша, поэтому это еще зарано.